Это мой Prius. Как же он прекрасен. Я, короче, приехал в город Сан-Хосе. Представляете? Не знаю, к чему я сказал слово «представляете», что тут представлять. Короче, просто я приехал в город Сан-Хосе. Я поставил рандомную точку на карте, потому что там была кафешка. Я хочу в первую очередь похавать, бахнуть кофейку. Вот, рандомную точку поставил. Здесь улица такая, знаете, как, я не знаю, как цветной бульвар в Москве. Сейчас я вам покажу. И там уличной парковки вообще нет, но зато бесплатная. Вот такая крытая парковка. Гигантский гараж. Свободный, то есть free паркинг. Вот, смотрите. Красота. Чем-то мне напомнил цветной бульвар в Москве, наверное, вот этим стеклянным зданием. Но мне уже определенно нравится, знаете, тут какой-то такой европейский вайб. Напоминает мне, не знаю, что даже, или Испанию, или Сербию, или цветной бульвар в Москве. Вот эта улица полная кафешек. Вот здесь именно такая европейская атмосфера. Но здесь прям лакшери заведения. И при том, что они все забиты людьми, то есть свободных мест фактически нет. Так как я недалеко от Кремниевой долины, здесь, наверное, большая концентрация айтишниц. Короче, надо себе найти айтишницу и жениться на ней. Так, вот это... Это, наверное, не айтишницы. Где айтишницы обычно сидят? Сейчас найду. H&M, представляете? Самые обычные H&M. Я, кстати, не встречал еще ни одного H&M в США. Вот первый с почином. Вильгер. Реальное ощущение, что в Европе где-то. Испания. Барселона. О, я увидел Starbucks. Я в первую очередь зайду сейчас, бахну кофейку в Starbucks, а потом буду искать уже хаванину. Кайф. А хавать я пойду в покебар. Короче, покебар — это чрезвычайно шикарное заведение. За 15,5 долларов, даже 15,75, ты просто выбираешь себе все, что хочешь. Там куча всякой рыбы. Вот если я взял три вида рыбы, взял себе джинджер, как это, представляете, забыл реально. Имбирь. И зелень. Вместо зелени можно, допустим, выбрать макароны там есть, либо рис. Вот, я взял зелень, это чрезвычайно полезно. И это все чрезвычайно вкусно. Тут, короче, везде прям топовые бутики. Элитные заведения. Это я приехал, видимо, в самый дорогой район, какой-то самый элитный район Сан-Хосе.
Уже Рождество на следующей неделе, все затариваются подарками. Тесла. Смотрите, салон Тесла. Новые машины. Приус круче намного. Приус, потому что и на бензине может ехать. Nike. 30% скидки, распродажа в Nike. Best Buy. Там суперская техника. Тут, короче, целые кварталы из торговых центров. Смотрите, вот там через дорогу дальше опять все идут торговые центры. Посуда, ножи. Тут несколько кварталов даже из торговых центров. Зашел в магазин Nike, смотрите, вот такие кроссовки, топовые, фирменные, стоят $160. Это, наверное, еще до скидки цена, скидку 30% на кассе пробивают. Футболки по $25. Магазин Ted Baker, Лондон. Смотрите, какой шикарный кожаный портфель. Стоит $165. Вот заведение Якудза. Допустим, смотрите, цены в топовом ресторане такие же, как на обычной улице. Там $16 блюдо, $19, $12. То есть самые обычные цены. Мне, кстати, нравится вот эта европейская практика выставлять меню перед рестораном на улице. То есть человек может сразу подойти, ознакомиться с ценами и потом решать, стоит ли ему туда заходить или нет. Это правильно. Елка к Рождеству. Здесь ставят елку к Рождеству, а не к Новому году. Подписывайтесь на мой Prius, ставьте лайки, комментируйте видео, будет много всего интересного. До новых встреч!